учение о понятии. Если мы возьмем науку логики как цельный материал, как единую работу, единое произведение, то это третье. Учение о бытии, учение о сущности и учение о понятии. Учение о бытии и учение о сущности – это объективная логика, что очень важно, и мы это как раз в последнее время специально подчеркивали, что объективная логика, и там вы не найдете по существу расхождения с материализмом, за исключением той части, которую мы раскопали и обнаружили, что там вместо сути, по-немецки это «Sache», что вот есть суть, и она рассматривается в объективной логике. Написано в переводе, с которого мы копировали вот это издание первого, которое еще было в 1937 году. Там мыслимая вещь. Ну как может быть мыслимая вещь? Вопрос о том, о мыслях, он не предмет рассмотрения, не только учения о бытии и учения о сущности. Потому что чем отличается учение о сущности от учения о бытии? Мы рассматриваем бытие, рассмотрели качество, количество, мер. И, так сказать, такое рассмотрение, которое предполагает, так сказать, взгляд со стороны на то, что мы изучаем, завершился. И есть там очень интересный вывод о узловой линии отношений меры, который послужил Марксу и Энгельсу для того, чтобы выработать теорию общественно-экономических формаций. Потому что производительность труда вот возрастает, и уже появляется возможность не только в общине, а, так сказать, в одиночку, так сказать, одной семьей уже, которая состоит из мужчины и женщины. Если у вас есть побежденный противник, враги, их не надо убивать, можно уже им поручать работу, они будут делать. Если они сделают столько, произведут столько пищи, сколько достаточно для того, чтобы им самим существовать и существовать их господам. Ну и дальше вот в этом смысле довольно долго развивалось рабовладение, подрабовладение, феодализм, когда оказалось, они совсем не обязательно их, так сказать, заставлять. Вот пускай они ковыряются на земле, 3 дня пускай работают на барщине, но если будут плохо себя вести, будем их бить плетьми. И о чем еще Некрасов писал? Вчерашний день, 6:00, зашел я на сенную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Вот вроде как это совсем близко от нас. Некрасов – это наш такой родной поэт, все понятный, не такой какой-то старый, с какими-то старыми словами. Вот. А потом, ну, так сказать, наступило такое время, когда в погоне, когда уже развивалось товарное производство, в погоне за прибылью, стали переводить крестьян на положение лишенных вообще земли, лишенных всего. А лишенных всего что может делать? Продать только свою рабочую силу. Так появился капитализм. Ну вот, получилась узловая линия отношений меры. Первобытный общинный коммунизм 90 тысяч лет, потом рабовладение, потом капитализм, потом капитализм, и вот, наконец, коммунизм. И вот мы, вот, как по счастью, живем в это время, когда, в общем-то, мы уже перешли вот этот рубикон, я имею в виду мировое общество. У нас есть социалистическая сторона КНДР, в которой построен социализм. Я останавливаться на этом не буду. Скажу, что я там был 2 недели как глава делегации ленинградской по приглашению руководства Трудовой партии Кореи. И с нами был товарищ Фетисов, руководитель отдела «Народной правды». И еще представитель ленинградского телевидения. Мы 2 недели нас возили, все показывали, все мы там видели, все знали. Ну, как будто мы побывали в
том Советском Союзе, в котором мы и жили. Вот это общее впечатление. Ну вот, а другие страны, которые находятся в переходном периоде к коммунизму, это что? Это прежде всего Китай. Это, так сказать, другие страны социалистические, которые могут появиться, но на сегодняшний день, вот, так сказать, тот же самый Вьетнам, он, с одной стороны, социалистический, но он уже в капкан попал к Соединенным Штатам Америки. Вы, наверное, обратили внимание. Теперь, то раньше их напалмом жгли вьетнамцев, а теперь там вроде как деньгами залили их. И, так сказать, еще не слышно этого Вьетнама. Куба тоже находится, она была уже в социалистической, построен был социализм, а теперь отошла в переходный период по таким внешним условиям, по обстоятельствам. Ну вот, короче говоря, это вот первая книга «Учение о бытии», вот эта узловая линия отношений и меры, ее результат. И уже мы теперь смотрим, когда на общество, мы сначала берем информацию, а потом начинаем разглядывать. А вот взгляд изнутри теперь, то есть как пробраться через это бытие и углубиться внутрь того, что мы изучаем. Вот это учение о сущности. Сущность – это что такое? Это снятое бытие. Это то бытие, которое… То есть мы пошли дальше бытия и углубились. А поэтому это очень важная тема и очень трудная тема. И я думаю, что несмотря на то, что у нас лекции уже прошли по учению о сущности, к этому придется обращаться всем. Я и про себя скажу, что я все время обращаюсь к учению о сущности, потому что оно самое сложное. Учение о понятии, это, можно сказать, еще и проще. И, наконец, вот, сказать, после того, как мы доходим в учение о сущности до действительности, а действительность отличается тем, что сущность вышла наружу. Вот когда вы берете явление, то есть явление и есть закон. Закон внизу, так он воплощает сущность, а наверху явление. Это явление закона. А когда вы берете уже действительность, то здесь, собственно, закономерность вышла. Действительный человек – это не всякий человек. Есть люди, то людей много, а действительных людей мало, которые соответствуют понятию сущности человека. А сущность человека в чем? Совокупности общественных. Да, то есть вот если он общественный человек, он человек. А если он, так сказать, рвется, как ему самому только выжить, и как ему набрать какие-то богатства для себя, в лучшем случае для своей семьи, он не отвечает сущности человека. Он в этом смысле еще не вырос до человека, не дошел. Поэтому люди могут вырасти до человека и при капитализме, а другие и при социализме остаются не вполне людьми. И как оказалось, оказалось их очень много, и они очень много сделали для разрушения социализма в Советском Союзе. И вот мы, наконец, когда взяли мы этот Рубикон, действительность, то раз мы уже дошли до действительности, то теперь речь идет о том, что вот высшая форма того бытия, которое есть, это человек. И если вы возьмете теперь учение о понятии и начнете его, ну, так сказать, обзор, то вы увидите, что там понятие рассматривается как третье к бытию и к сущности, правильно? То есть это не такое какое-то, да, дескать, третье еще наряду с бытием и сущностью, а такое, такая категория, которая включает в себя и сущность, и бытие. Поэтому и сущность, и бытие в понятии находятся. То есть, но до того, как вы разберете бытие и сущность, вы не можете понять понятие. А вот после, как вы это разобрали, тогда вы можете свободно себя чувствовать в области понятия. Поэтому, если кто-то будет иметь какие-то трудности с пониманием того, что есть учение понятия, не забывайте, что это может быть связано с тем, что еще не вполне, так сказать, освоено, усвоено или не вполне ярко раскрыто вами самими учение о бытии, учение о сущности. Если вам будет казаться, что вы такой, так сказать, темный, глупый и так далее, хочу вам сказать, что это со всеми так. То есть такая сложная книга, и так она непривычна для нас, потому что мы привыкли к чему? К формальной логике. А равно А.
Никогда не равно. А вот одно слева будет стоять, а другое справа. И равенство между ними. И они все равные всегда будут. Никогда нет этого. А вот, скажем, если вы возьмете там тоже систему GPS вот, для, в такси, вот они показывают, даже рядом, совсем близко, разные координаты. А вот у вас слева А и справа А, это разные А. Это левая А, это правая А. Поэтому, если вы возьмете вообще всю математику, мне, может быть, с одной стороны сначала не повезло, потом повезло, я закончил с отличием математико-механический факультет, а он изучает сугубо формальную логику. То есть, сразу доказательство от противного, предположим, что это вот это. Если не получилось противоречие, значит, все, это неверно. То есть, никаких таких вещей, которые были бы одновременно и тождеством, и различием, математики нет, но сам вот стиль, подход, что надо выводить, доказывать, что надо углубляться, разбираться, это в смысле понятия. Хотя понятия там формально-логические в математике, а вовсе не диалектические. И вот я как-то, будучи студентом, подошел к академику Александрову, Александру Даниловичу, который у нас был ректором, он геометр, академик и большой специалист по науке логики. Я к нему подхожу, будучи студентом, говорю: Александр Данилович, после лекции, там была очень такая у нас всегда теплая обстановка, с лекции выходят преподаватели, и к ним может подойти студент, спросить. Я подхожу, а у него такая борода: Александр Данилович, а как изучать вот науку логики Гегеля? По конспекту ленинскому. Он так посмотрел на меня злобно и сказал: не по конспекту надо читать, Гегеля надо читать. Я пошел читать Гегеля. Ну вот я вам это и передаю. То, что мне сказал академик Александр Александрович. Потому что Ленина полезно очень читать. И конспект по науке логики — это важный костыль. Но надо не только ходить на костылях, надо понимать, что вы изучаете. Вы изучаете произведение, в нем есть выведение. Вот эти самые главные не в том, что это. Это будет рядоположенность по Гегелю. Это самый большой грех, а оно должно одно из другого выводиться. Вот из действительности выходит понятие. А что такое понятие? Понятие, вы уже вот на том этапе развития, на котором находитесь, в смысле изучения науки, вы можете сказать: вы изучили бытие? Изучили. Ну как изучили это? До конца его никто не понял. Не будем на этом акцентировать. Потом вы изучили сущность, изучили. А что такое тогда понятие? Это истинно соответствующее, да, объект. Это уже нет, это истина. А понятие третье, бытие и сущность, это такая сущность, в которой уже сама сущность вышла на поверхность. Это категория действительности в чем состоит? Вот есть люди, а есть действительные люди. Действительные люди — это те, которые соответствуют понятию человека, да, который в интересах общества действует. Будем надеяться, что у нас все, кто в Красном университете, действует в интересах общества. А есть люди, которые, ну, они, как говорится, высшие разумные животные. Это правильно, это можно к ним сказать. Но они, так сказать, не вполне люди. Вот поэтому от действительного переход идет к понятию. И когда мы открываем книгу «Учение о понятии», которое является предметом вот нашего сегодняшнего рассмотрения, мы должны там видеть, что там есть. Там, во-первых, есть такое движение по рассмотрению того, какие бывают понятия. Но прежде чем там говорится о всяких понятиях, начинается это все произведение, третья книга или второй том «Науки и логики», тоже вполне материалистический. С чего начинается это? Что это есть разные виды сложных чего, вещей или организмов. Значит, начинается механизм. Да? Механизм рассматривается, учение о понятии. Хотя, так сказать, как вы понимаете, механизм — это не то, что в голове. У кого в голове не механизм, это у него, значит, понятия нет. Но понятие механизма существует. Что такое механизм?
это внешнее соединение частей. Вот у меня есть механизм, мне товарищ, который уже покойный, подарил, швейцарские часы, прекрасно ходят, замечательно. Как только закончится зарядка, и все, и конец. И все. А что зарядка? А зарядка — это надо, значит, крутить, чтобы привести в движение это дело. То есть там нет никакого самодвижения. Это внешнее соединение частей. То, что является внешним соединением частей, что механизм. Вот мы говорим, механическая память. Вот вы мне что угодно скажете, а я как угодно повторю. И ничего не разбирать, не буду разбираться. Что это такое, что это значит. Повторить-то можно? Ну, каждый из вас может какой-то любой кусок Гегеля заучить и повторять. Правильно? Это что будет? Это будет механический подход. Поэтому вот интересно, что Гегель в учении о понятии начинает с таких понятий, которые относятся к развитию ее самой материи, механизм. Потом что идет? Химизм. А чем отличается химизм? Значит, механизм – это внешнее соединение частей, а химизм – это уже соединение на уровне чего? Молекул, атомов. Так? Так, кто знает, какая формула ржавчины? А? А еще? А их две? Кислород и железо. Да нет, кислород и железо. Так еще, вот есть ферум, не просто кислород и железо, а ферум 2О3, совершенно правильно, и второе, еще ферум 3О4. И то, и другое. Это все будет окислы железа. Никакого железа нигде, это сейчас валяются железные вещи на улице. А так вы увидите это ржавое болото, а что там, ферум 2О3 или ферум 3О4, это нужно отдельный анализ делать. И потом вот надо, люди научились превращать это. Вот это соединение сложное. Это значит, здесь уже нет внешнего соединения частей, как в механизме. Это сродство. Вот этот разделчик, он вполне материалистический, правда? Ничего такого идеалистического нет. Мы уже пришли к учению о понятии, а рассматривается понятие механизма, понятие химизма и понятие организма. А что такое организм? Тут ясно, что здесь тоже есть какие-то элементы, ясно, что здесь внешнее соединение частей. Как у скелета. Скелет, если, так сказать, вот взять, он, толкнуть, он будет руки, так сказать, и ноги будут болтаться. Если они еще скреплены между собой, косточки. А тут вот уже не внешнее соединение частей, а органическое. Вот где находится у нас рука? С чем она соединена? Что такое рука? Где она, рука? Что, кто скажет? Вот. До этого места, это рука, да? Кисть, предплечье. А? Кисть, да. Вот это рука, да? А вы живую руку рассказываете или уже отрезанную? Про живую. А чтобы она живая, она будет у вас шевелиться? Откуда сигнал идет? На себе можете показать? На себе можете? Сигнал откуда идет? Ну, чтобы она двигалась. Откуда? Ну, так вот. Отсюда. А у вас кровь-то снабжает руку? А что там, сердце. Поэтому можно говорить о руке человеческой в отрыве от сердца, а там не только сердце, это сосуды, они это очень сложно устроены. Ну, о лимфе мы отдельно не будем говорить, она как бы в тени, но она тоже есть и так далее. И тем самым такое понятие о том, что вы берете какую-то часть человека, позволило Энгельсу сказать, что части лишут рука. Вот это деление на части, только это трупное деление. Ну, кто же вот ваша голова? Голова без сердца, она без крови. Ну, сколько? 5, 3, 7 минут? Или, как говорится, его человек погиб, то есть в аварию попал, вот у него еще некоторое время живет голова. Поскольку все остальное раздавлено, все очень железо. Части лишь у трупа. И даже вот когда Ленин говорит, что есть три составных части марксизма, это, в общем, не совсем так, что они части. Это моменты марксизма. Момент – это то, что неотделимо.
Ну, он говорит, называет для тех, кто никакой диалектики не знает, не изучает, причем вы им, так сказать, тут, это вопрос о названиях, это отдельный вопрос, правильно? А все-таки названия и содержание разные. Если он из этой книги, из этого произведения поймет, что это момент, и что одно без другого не существует, тогда да. Потому что без политэкономии никакого марксизма быть не может, без марксистской политэкономии, правильно? Потому что там объясняется, как производится продукт, кто эксплуататор, а кто создатель всего. Рабочий класс. И без политэкономии никакого нет марксизма. Ну вот. А где вот эта наука о соединении всего, так сказать, о движении всего? Это диалектика. Без диалектики нет никакого марксизма. А если вы имеете политэкономию, имеете диалектику, вы можете написать коммунистический манифест? Да? Это к чему мы призываем, к чему зовем. Но вообще движение это. Это движение, это объективное движение коммунизма. А это не движение по призыву, которое сделали классики, а это движение, объективное движение человечества. Человечество движется к коммунизму. И тогда дело не в том, что вот вы коммунисты, мы просто люди, которые более развиты и более, так сказать, с большей общностью отражаем действительный мир. И знаем, что здесь, так сказать, что здесь является механическим, что является органическим, а что является диалектическим, что является противоречием. Без противоречий бывает что-нибудь? Коммунизм полный будет без противоречий? Вот Сталин об этом хорошо рассказывает. Когда новое рождается, оно слабее старого. Пусть будем про полный коммунизм сейчас будем говорить. При полном коммунизме вдруг новая идея кому-то пришла. Она, во-первых, идея приходит не в Сталин, и не в 100 тысячах, и не в миллионах голов, а в одну. Ну, редкую две. Так, дальше что? Что с этой идеей будет? Если эта идея не материализовывается, практически не осуществляется, то она, в общем-то, и так на этом, так сказать, и замирает. И она очень легко терпит поражение. Почему? Потому что вот если я буду какой-то новый, а вот вас сколько тут много сидит, вы меня побьете. Потому что у вас сил больше. Даже если я тут, может быть, какой-то был чемпион, но вот при таком количестве слушателей немыслимо. А еще здесь люди придут ведь бить еще, которые это посмотрят по телевидению, вообще никак не защитишься. Потом, что происходит? Это вот потерпевшее поражение учится на своих поражениях. А на чем еще вы можете учиться, если вы потерпели поражение? Вот это и... Поэтому как надо относиться к поражениям? Как к поражениям относятся к диалектике? Ну вот мы начинаем продвигать новое. Значит, мы должны пока получать что? Поражение. Наконец мы уже попали в такую ситуацию, когда у нас баш на баш. У нас равновесие сил. И, наконец, это новое получает большинство, укрепляется, опыт у него есть, оно побеждает. Вот вам, пожалуйста. Вот понятие нового, передового. Вот оно передовое, такое проходит путь. А появляется новое. Только я вот стал гордиться, что я вот носитель нового. Вот товарищ Туров предложил другое, еще более прогрессивное. Я сказал, ну, товарищ Туров, он еще и не сдал еще экзамены в Красном университете. Чего ему там говорить, так сказать, сразу забил. А я вот профессор, а он просто обычный рабочий. Та-та-та. А потом, значит, меня не стало, а он вырос и стал, может, академиком. Может, все бывает в жизни, откуда я знаю. То есть вопрос о вот этом движении, о противоречивом движении, он касается всего, и в том числе и развития общества. Поэтому тот, кто рассчитывает, что он все время будет в большинстве, вот мы с вами сейчас ни на какое большинство не рассчитываем. Мы сейчас на что рассчитываем? Что мы постигаем истину, правильно? А истина она... В конце концов, берет верх, но не сразу, и при нашей поддержке. То есть, если я истину знаю, но я ее не стремлюсь внести в умы других, то, значит, получается так, что защитников этой истины очень мало. Итак, значит, поднимаемся мы там по ступенькам учения о понятии от механизма к организму. Значит, Гегель не мог знать, как устроен белок, потому что это не открыто было к тому времени. И диалектика, которая описывает действительный мир, она связана с другими науками. Вот мы-то знаем, вот уже Энгельс знал, да, что вот для живых организмов
характерно наличие белка. Если нет белка, то это не живой организм. А иначе будет вот этот самый механизм. Все время у нас вот хотят найти какой-то механизм. Механизм улучшения вашей жизни, чтобы все механически стучало, бум-бум-бум, и жизнь улучшилась. То есть механически, то есть через мозг не проходит. Не органически, не связано ни с чем, а вот механизм. Как это устроить такой вот, чтобы его завели, и оно бы щелкало, щелкало, и все у вас было хорошо. А потом у него с щелканье закончилась энергия, и все на этом кончилось. И все, если оно не органическая целостность, а механическая. Вот это все, весь этот подъем есть. И вот Гегель это все показал, потом он переходит к самим понятиям. По существу он нас уже повел к человеку, потому что он там говорит по существу о человеке, и он называет его как мыслящий разум. А вы как бы назвали человека кто? Человек, существо общественное, трудящееся, ну еще там было. Давайте, давайте. Общественное, трудящееся. Одержимое сознание. Ну, еще бы не хватало. Говорящее. Говорящее. Да, язык. Да, на экзамене это все должны знать. Как, чтобы, давай, как говорят, от зубов, чтобы отлетал. Человек. Человек – существо, это, ну, животное, он же живой, значит, животное. Чего-чего? Ну, он же... Ну, общественный. Раз. Трудящийся. Два. Говорящий. Три. И разумный. Четыре. Вот и все. Михаил Васильевич. Согласны? Общественный, трудящийся, говорящий, разумный. Ну, он же тоже относится к животному миру, значит, он и животное, правильно? Так мы и говорим, это животное. Общественное, трудящийся, говорящий, разумный. Да, конечно. Раз животное, значит, ему питание нужно. А как? Без питания нет. Никакого Красного университета не может быть без питания. Так что, вот так. Вот, то есть, тут можем мы предъявить Гегелю претензии в том плане, что он тут не доформулировал? Не можем мы предъявить, потому что и белков еще не было, и не развито было это учение об обществе. А учение об обществе у Гегеля это сводится к некоторым догадкам и некоторым правильным утверждениям. Например, он утверждает, что плуг – почтение тех продуктов, которые он этот плуг дает. Почему? А потом продукты заканчиваются, тогда вот вы с помощью этого плуга и в следующем году еще получите, и еще через год, и еще через год, и так далее. То есть он уже дошел до средств производства, и можно у него найти, а это уже относится к чему? К какому материализму? К диалектическому или к историческому? К историческому уже, потому что речь идет о средствах производства. Дальше у него есть вот целый раздел, вы увидите там, это целеполагание. Что такое цель? Цель. Можете сказать? Сейчас, допустим, вы не можете сказать, а вы еще лекцию не прочитали, что спрашиваете? Я говорю, а вдруг вы меня уже обогнали? И книгу-то никто не запрещает читать раньше. Значит, цель – это что? Предвосхищение результата какой-либо деятельности. Я прежде чем заниматься какой-то деятельностью, если я не просто не дурачок, и не просто хожу и что-то разбрасываю, что-то кидаю, двигаю и не соображаю. Если я, так сказать, предвосхищаю результат своей деятельности, и я добиваюсь получения именно этого результата, так вот, предвосхищение результата какой-либо деятельности – это цель этой деятельности. Целесообразная деятельность. Поэтому речь идет о том, что у человека целесообразное. Не вообще понятие. Понятие как просто отражение. Вот я посмотрел, это Туров, это Диана, это Степан Степанович, Самсоненко, это Гегель, это Ленин, это Марк. Это что? Это такой сильный тут. Изучения нет. Нет, значит, то есть постановка цели означает, что вы предвосхищаете результат. Так, вот это уже здесь раскрывает особенности человека Гегеля? Раскрывает. Но для того, чтобы этой цели достичь, что нужно иметь? Начало. А? Начало. Да это начало понятно. Голову на плечах тоже надо иметь, это, но это не все. Надо иметь средства. Средства. А средства – очень простая категория. Что такое средство? Это среднее вот между нами. Вот я и вы. Так? Или вы и я. А между нами что? А между нами есть средства. Как средство называется? Красный университет. Фонд рабочей академии и Ленинградское интернет-телевидение. Правильно? Или мы просто так тут собрались случайно. Вы пришли.
И я тут забрел через час. Все-таки. Так, то есть красный, а кто, значит, меня поднял и мобилизовал? Диана позвонила, говорит, так, Михаил Васильевич, уважаемый, так. Я уже по тону голоса понял, что тут что-то и уважать меня не особенно не надо. Средства. Вот чем отличается человек? Помните потом, вот Энгельс писал «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Так? Еще он писал такую работу о роли, о превращении обезьяны в человек. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Вот он там средства выделил. Обезьяна, у нее есть попытки там какую-то палку взять и что-то ей... Ну, ворон бывает, что они там подвигают себе что-нибудь, чтобы нужно попробовать. Но это все в неразвитом виде, начатки. А человек создает средство, и с помощью этого средства достигает результата. И вот все развитие человечества, оно базируется на развитии средств производства, как элементов производительных сил, правильно? Одно дело лук, другое дело пушка, а третье дело ракета. Это все средства. То есть средство. Средство очень легко запомнить, легко подготавливаться к экзамену. Средство – это среднее между чем? Вот ваша голова со своей, вашей целью, а вот результат. А что ведет к результату? Средство. То есть не само по себе, а вы, используя это средство, добиваетесь этого результата. У Гегеля это называется как телеология. Телеология. А что такое теле? Теле – это удаленность. И, с одной стороны, удаленность теле, телевизор, телескоп, телеология. То есть вы, так сказать, что-то хотите добиться другого, вот вы ставите цель и добиваетесь. Поэтому тут как, получается такие три элемента. Субъект, цель и результат. Вы получили результат. Если вас результат не устраивает, измените свое. Может быть, цель надо подректовать, а может быть, средство надо подректовать. Почему? Потому что бывает, что ваша цель, ну, не очень правильно, криво поставлена. Неправильно. Значит, вы должны... А может, цель у вас правильная, только вы не с того конца взяли эту, взяли молоток за железо, потому что он так легче держался. И вот пытаетесь палкой что-то там, ручкой чего-то там добить. То есть вы должны решить, в чем тут проблема. То есть эта проблема... Это идеалистическая проблема, цель, средство и результат. Нет, конечно, вполне материалистическая. А вот что касается, так сказать, самих понятий, откуда они, так сказать, как они появились, нет такого у Гегеля в отношении того, вот что ж такое все-таки понятие с точки зрения, вот не как у него просто получилась категория третьей книги, что имеется в виду понятие относится к человеку, но... Это что такое? Это отражение в человеческом мозгу, да, материи. И вот эти виды отражения в человеческом мозгу материи, виды этих отражений, это виды понятия. И вот там вы видите, что есть там, есть сами понятия, есть очень важное деление на общее, особенное и единичное. Берем самое простое – яблоко. Все знают, что такое яблоко. Это вот то, что я сказал, это особенное. Это всеобщее или единичное? Всеобщее. Всеобщее. Почему? Потому что я не сказал никакое яблоко. Ни оно кислое, ни сладкое, ни зеленое, ни указал сорт яблока, ничего. А если я беру указание того, что это не просто яблоко, а это белый налив. Это яблоко? Яблоко. Особенное? Особенное. А что такое особенное? С отрицанием. Отрицается просто яблоко. Дескать, не надо мне просто яблоко, дайте мне белый налив. А вы принесли там, ну, то, что я вообще грызть не могу. И не буду. Значит, вот вам отрицание первое. А второе отрицание какое? Единичное. Вот то яблоко, которое я держу в руках. Мы сейчас о яблоке говорим, а ни у кого нет. А если бы я его сейчас держал в руках, вы бы это все понимали, вы бы это отражали, а я бы мог его есть. Видите разницу?
Вот это вот, это единичное. Вот вам отношение общего, особенно единичное. На примере яблока. Это относится, раз яблоко здесь произвольно взятое понятие, то вы любое другое можете взять. Вот, например, вот сидит товарищ. Человек, человек, это всеобщее. Так, мужчина или женщина? Да вроде вот что-то там есть какие-то признаки. Мужчина. Да, вот это что? Особенное, правильно? То есть не любой человек, а вот принадлежит, у него есть определенный пол. И второе. И единичное. А единичное, вот только один такой есть на Земле. И за всю историю человечества, прошлое, настоящее и будущее, Туров Александр Владимирович. И это про вас можно сказать, и про вас, и про вас. И люди неповторимы. Они, то есть у них есть общее с другими людьми, у них есть особенное. Вот у нас, может, с вами вот трое у нас одно общее. Вот мы тройка выделились, а с вами мы не играем. Мы вот будем вот изучать глубоко вот вместе с Степаном Степановичем, вот с товарищем, который прямо под Союзом Советских Социалистических Республик. Он себя определил, его позицию очень твердо. Вот он выступает за возрождение Советского Союза, поэтому мы будем эту двигать линию. А другие сюда не подходят. Общее, особенно, что тут непонятного? То есть, с одной стороны, все убедительно так говорят, что это все очень непонятно. Я хочу вам сказать, что там очень много непонятного. Но когда поймешь, то складывается такое впечатление. А вы лучше можете сказать об этих серьезных вещах? Проще. А как можно сказать проще, а сложно? Но сложное, оно, что такое сложное, кто скажет? Ну, так сложно из простых. А этих простых столько много, что вы, значит, если мы подошли вот к учению понять, надо же все это принять во внимание. Поэтому и в этом смысле Гегель не смог изложить полностью учение о человечестве и его понимание человека, все-таки понимание его как отдельного человека. А что у Маркса исходным пунктом является? А? Товар не у Маркса, у капиталистов товар исходный пункт. Это в капитале. А у Маркса исходным для понимания общества является следующее, что индивиды, производящие в обществе, вот действительно исходный пункт. Индивиды, производящие, то есть он кого взял? Тех, кто производит. Что производит? Материальные блага. Вот что он взял за основу. А отсюда уже дальше потом вытекает, что рабочий класс почему, так сказать, является выражением, как особенное выражает рабочий класс, всеобщий. А единичные уже, может, отдельные рабочие. Они могут быть вам пьяницы и заблудшие. Разные бывают рабочие. Вот. Можно подумать, что не бывает этих доцентов заблудших. У нас был такой доцент, он, я просто видел, как он стоит около остановки. Автобус подошел, он бац, и упал. Ну, пришлось его из доцентов все-таки удалить. Поэтому это разные вещи. Общие, особенно единичные. Так что... Вот там диалектика общего, особенно нечто, дается. Поэтому, когда вы будете брать вот эту тройку, и общее, особенно нечто, яблоко общее, ну хотите, грушу возьму. Груша, как вид плода, вид предмета пищи, конкретная груша определенного сорта. И, наконец, груши, которые я ем. То есть я так могу очень здорово рассказывать про эти груши. Особенно, если у меня были бы груши, я бы и их ел бы и рассказывал. А вы бы подошли бы и не выдержали это, и меня бы убили. Потому что до того я вас довел, что так аппетитно их съедал, а вам не давал. Поэтому это важно, что какая это груша. Груша, как вообще она есть эти груши. Они будут. Будет время, когда или привезут из других краев, из более теплых. А сейчас, пожалуйста, кушайте бананы. То есть, вот это вот общее, особенно единичное, это надо разобрать, и это, так сказать, как бы общая присказка ко всему. Все можно рассматривать, вот как любого. Я человек, если это специальность у вас какая-то особенная, или должность, это особенное. И, наконец, Иванов Иван Иванович, он конкретный, других нету таких, и не будет никогда.
И когда рождается человек маленький совсем, он все равно уже особый. Не просто он не особый, он единичный. Хоть он 100 раз похож на папу, на маму. И вот именно потому, что он и на папу, на маму похож, он уже в этом смысле есть. Не, так сказать, не относится к тому же, к чему относится папа или мама. Общее, особенно единичное. Значит, дальше идут очень такие непростые в этом в учении понятия, очень непростые разделы, которые связаны с классификацией понятий, во-первых, и, во-вторых, с классификацией суждений. А потом с классификацией умозаключений. Это очень трудно, так сказать, запомнить. Ну, может быть, и не надо добиваться того, чтобы вы взяли и все это запомнили. Вам надо просто это иметь в виду, прочитать. И в случае, когда надо, вы откроете и снова разделите. Что такое? Как-то я выступал у товарища Пучкова. Вот, и он всегда приветствует так. Я вас категорически приветствую. А я, так сказать, сознанием диалектики. А я вас аподектически приветствую. А это самая высокая форма. Выше, чем диалектика. Категорически. Поэтому, если вы хотите там кого-то удивить, то вы можете это использовать. То есть Гегель может использоваться не только в целях сугубо таких глубоконаучных, но и, так сказать, кроме того, вы расширяете богатство своих инструментов, которые у вас имеются в голове. И возвращаюсь к понятию человека. Кто-нибудь скажет сегодня еще раз, человек – это кто? Все, говорит, пришли отличные преподаватели, слушатели Красного университета. Все хорошо. Начинают их спрашивать, кто такой человек. Говорит, мы не знаем, мы темные. Опять нет. Ну, давай снова. Так. Человек – животное, общественное. Но ну, вот вы можете повторить, а другие сами пока как вот. Ну, потому что вы знаете, в чем разница у нас с вами? Вы знаете все, знаете, и не вполне представляете. Это должным образом. А вот сейчас я вам покажу. Человек – это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Вот, товарищ Туров. А вы что сказали? Человек – это животное трудящийся, общественно говорящий, разумный. Ну что? Да человек звучит гордо, а у вас он звучит так. Вы что? Вы приняли. То есть, а то я защитил вас от вас, других товарищей. Что вы? Ну вы хотя бы знаете. А вы этим не гордитесь. Да хорошее, важное знание. Да если это важное знание, если вы добыли истину, истину надо держать ее так, чтобы она светила. Ну вот почему говорят «свет истины», а какой свет там? Что-то из угла там ворчит. Это животное, то лящееся, говорящее. Какая-то, значит, то ли крыса. Крыса что же она? Похожа в чем-то. Она не глупое животное. И так далее. Человек есть животное трудящееся, общественное, трудящееся, говорящее, разумное. И это все в маленькой работе Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». То есть вот тут вы можете видеть, что вот, скажем, Энгельс и Маркс, они как бы одну лабораторию представляют. Гегель дает эту самую основу такую логическую, диалектическую. А Маркс и Энгельс все время искали, как это изобразить материалистически уже вполне. А особенно с точки зрения исторического материализма, которого нет у Гегеля, да и не могло быть, естественно. Потому что вот если вы возьмете там гегельскую философию права, ее там Маркс разделал, критика гегельской философии права, просто подарил. А наука логики – это то, что их подвигло на великие достижения. На великие достижения. Потом говорят, вот Гегель – идеалист. Да и Маркс и Энгельс тоже были идеалистами. Или не были? Были. Были. Так они прочитали Фейербаха и стали материалистами. А что тут? А это нормально же, что идет же процесс перехода от идеализма уже к материализму в общественном сознании у людей. Поэтому нападать-то не надо в этом смысле сильно. В коммунистическом манифесте написана диктатура пролетариата?
Нет. А что так? Это же самое важное, самое главное для победы нового строя. Вот потом Маркс и Энгельс критиковали своих коллег из германской социал-демократии. Говорит, ну вот Маркс писал критику готской программы. Что тут вот надо, что необходимо поставить там вопрос о диктатуре пролетариата. А Энгельс критику эрфуртской программы. То есть они, Маркс их учил, учил, не выучил. Потом пришел, значит, Энгельс стал им писать письмо, критика эрфуртской программы. Так может вообще победить тогда в Германии социалистическая, могла победить социалистическая революция, если они никак не могут даже у себя программу поставить, диктатуру пролетариата. А у нас тоже было непросто. Если кто читал вот шестой том «Полного собрания сочинений», ну, с потрохами, то есть я имею в виду со всякими замечаниями, со всякими комментариями, там написано, как происходила эта работа над программой. Кто написал программу? Ленин написал и написал Плеханов. За основу взяли Плехановскую программу. Не было большой дискуссии. Мартов ничего не написал. Ничего не написал. Вот. Вот он так и все, Мартов, так он ничего не написал. И что, так сказать, что потом о нем можно говорить? И вот, значит, в программе, который, в проекте программы, который написал Плеханов, присутствовало утверждение о диктатуре пролетариата. Ленин там пишет, зачем это еще, эту диктатуру пролетариата? Хватит нам руководящей роли рабочего класса. Почитайте. Это там вот в конце же, шестого тома, там есть все эти записи, стенограммы соответствующие. Почитайте. Вот. Ну, Плеханов был большой ученый. Он делал... В следующий раз приходят они на заседание этой программной комиссии, опять же. Также Мартов ни с чем, а Плеханов с программой, а Ленин уже... А Ленин все это время от одного заседания до другого разбирался вопросом о диктатуре пролетариата. И разобрался. И говорит, так у вас же тут стояла диктатура пролетариата. Маркс, и Маркс критики готской программы, и Энгельс критики эрфуртской программы. Это сугубо на этом настаивали Плеханов. Большой ученый, вернул обратно диктатуру пролетариата. Я тут иногда вот видел, пишут, Ленин вставил в программу диктатуру пролетариата. Не совсем так было. Было так же тоже непросто, сложно. Но зато тот человек, который тут помучился, Ленин, так сказать, разобрался, он, когда он разберется, он уже, так сказать, держится этого навсегда. Навсегда. А не так. Вот я сначала за диктатуру пролетариата, а потом мы повернули направо и все, и бросили это дело, и все. И полетел, и умер социализм. Где у нас эти самые люди, которые члены партии были коммунистические? У нас в программе до 61 года что стояло? Диктатура пролетариата. Значит, какой-то Хрущев сказал, что нет, это уже не нужно. И что? А эти все, что это за коммунисты такие? Вот я сейчас Сурову скажу, что 2 + 2 – это 5. А он говорит, я в школе учил 4. Ну, что вы в этой школе? Я вот в ВУЗе работал. Да? 2 + 2 – 5. И тут все сразу, да, 5. Так, что ли? Что это происходило? Что за вакханалия такая безобразная? Истина, она выше большинства, меньшинства? Истина что? Это мнение большинства? Нет. Вообще истина появляется в одной-двух головах сначала, а потом она распространяется. Но если она уже распространена, она что, в партии не распространена была? Вот у нас тут есть краткий курс истории ВКПБ. Вчера же был 10 миллионов, там все разжевано. Значит, куда-то поховали это вот сталинское, вот этот учебник прекрасный, краткий курс истории ВКПБ, и написали какой-то галиматив. Ну что, значит, мы будем через 10 лет, у нас будет первая фаза коммунизма. А у нас когда первая фаза коммунизма наступила в России? В 36-м году. То есть взять это, зачеркнуть все. В 36-м году уже была первая фаза коммунизма. У нас мы жили, где мы жили? При коммунизме жили? Когда будем жить при коммунизме? Да вы живете давно. Только он и не полный. А вы что хотите? Пополняйте.
Как вы хотите, интересное дело. Дальше. Хрущев говорит, будет потом высшая фаза коммунизма, через, значит, через 10 лет будет низшая фаза коммунизма, хотя она уже с 36-го года. И там что, полностью безграмотные люди или трусы были? Я думаю, трусы больше, чем безграмотные люди. Трусы, элементарно. Причем трусы бывают вот в науке. Ну что это такое? Я, например, вот здесь вообще не представляю. Вот у меня была такая ситуация, что я выступал от движения коммунистической инициативы на учредительном съезде Компартии РСФСР. Там Горбачев сидел. Вот я выступил и сказал, что перестройка – это контрреволюция. Вы сейчас можете набрать выступление ВППО на учредительном съезде Компартии РСФСР и убедиться в этом. И что, со мной что-нибудь сделали? Никто со мной ничего не может сделать. Единственное, что меня вот некоторые критикуют, говорят, о, мы-то думали, что сейчас вы выйдете, а уже там рабочие, у них ленты, и уже грузовики, и уже погрузили тех, которые против диктатуры Петра. Ну так вы еще просто будете сидеть и хлопать, мне-то похлопали, а это достаточно? Так надо, чтобы это было делом не одиночек, а они двигались за Горбачевым, тем не менее. Тем не менее. Печальная такая картина. Причем, ну, никакого преследования не было, по крайней мере, я это не наблюдал. Я понимаю, что бывает или может быть, но не было. То есть, что-то какие-то странные у нас люди. То есть, это, мы, говорит, смелые люди. Мы смело ведем бой. Пойдем потом. Вот. А в высшая фаза коммунизма, якобы, будет через 20 лет. Ну, здравствуйте. Во-первых, через сколько лет она будет, это зависит от того, когда классы полностью будут уничтожены. Это дело очень долгое. И ни один ученый, и ни один серьезный политический деятель такое не может сказать. Вот. Теперь, значит, последнее, что я хочу сказать, что, или предпоследнее. Предпоследнее, что кроме понятий там есть суждение и классификация суждений. Это классификация классическая, гораздо более простая, чем во всяких книгах по логике. Причем такие ужасные книги, там такая чушь, и никакого принципа нет. А здесь вот все эти там, суждения у Гегеля сделаны. Что это надо сделать? Прочитать. Ну, запомнить. Но это трудно запомнить. Ну, если не запомните, ну, либо всегда можете вернуться и еще раз прочитать. Так, классификация суждений. Никакой-то в этом особой науки нету, что разные бывают суждения. А потом классификация умозаключений. Это так, тогда вот это так, а в итоге вот так. Вот, так сказать, умозаключение. То есть понятия раскрываются и в отдельных понятиях, и в суждениях особенно. Роза есть растение. Ну тут ясно, что роза это же не равна растению, правильно? Потому что растение бывает елка. Потому что роза есть растение, а елка тоже растение. Значит, роза это елка. Логично? Логично. Ну тут и что, о чем идет речь? О том, что растение это не единичное, а особенное. Вернее, как растение это всеобщее, но а как. Вид растения, да, особенно. Вот, так сказать, это такие вещи, которые, ну, такого ничего особо в себе диалектического такого не содержат. Просто это необходимо знать, чем отличается. Это же язык человеческий, как он устроен, как люди говорят, как они излагают мысли. Они излагают мысли, используя суждения, умозаключения, понятия и так далее. И, наконец, метод. Кто может сказать, что такое метод? Метод – это осознание формы внутреннего самодвижение изучаемого предмета. Напомните мне на экзамене, я вам сразу и поставлю оценку. Отлично. Вот, учитесь, товарищи. Вот есть человек у нас, который знает метод, что такое. Осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета. То есть не метод даже не может быть отделенным этого предмета. Если вы живое берете развитие какое-то, правильно, метод, то как же вы взяли, оторвали и что-то мертвое взяли, мертвые кости скелета, как говорил Энгель, да еще и перепутали. Что такое у вас? Поэтому метод осознания формы, это еще осознать надо, как тут получается.
внутреннего самодвижения изучаемого предмета. Вот для нас, вот, скажем, методом диалектическим является, предметом является изучение науки логики, правильно? Вот мы знаем, сначала было учение о бытии, потом учение о понятии, потом учение о сущности, потом учение о понятии, и в итоге у нас получилось в целом понимание диалектического метода. А метод – осознание формы внутреннего самодвижения содержания. Потому что если мы не видим, чем тут руководствуется, что надо делать? Надо выводить все, а не складывать, не притягивать. Я сейчас возьму и, так сказать, к своей лекции добавлю чайник, или сниму часы сюда поставлю, или, так сказать, я что-нибудь сделаю. То есть все, что делается, оно должно органично вытекать из предыдущего. И поэтому и нужно осознание формы. Это трудное дело. В чем метод ваш? Вот в чем, как вы добились? Каким методом вы добились того, что вы знаете, что такое метод? Даже интересно мне. Чтение. Чтение, видите? А сколько раз вы прочитали? Не считал. Вот, даже не скажет. Столько раз читал, что невозможно даже запомнить. Вот, это правильно. Я много раз читал, и тоже я вот не могу сказать, сколько. Я вот конкретно прочитал раз. Некоторые места и очень даже много. Потому, а почему? А потому что сложное, это сложное из простых, оно сложное. А раз оно сложное, оно не может быстро так пойти. То есть, когда люди ругаются на Гегеля, говорят, вот он такой. Так вы хотите постичь самую сложную науку. И что вы думаете, что она быстро? Значит, математику это трудно изучать. Вот я 5 лет изучал математику. Значит, математику сложно, а, значит, диалектику легко. Но я сунулся в диалектику. Ну, поскольку я занимался математикой, мы вот соберемся 2 студента и какой-нибудь разбираем теорему. В течение месяца каждый вторник встречаемся и разбираем. Это обычное дело. Или там первую лекцию я понял, вторую лекцию половину понял, и теперь дальше я ни одной лекции не понимаю, и когда будет уже перед экзаменом, конспекты я пишу, записываю, ничего не понимая. Потом я, значит, все это изучаю и сдаю. Вот я так в основном и сдавал, но потом у нас декан Матмех Боревич Зенонов считал гомологическую алгебру. Это матрица, в которой вместо этих элементов стоят функции. Я первую лекцию элементарно понял. Больше я ни одной лекции не понял. И сидим, каждый раз прихожу, каждую неделю сижу с умным видом, смотрю, у товарищей все тоже молчаливые, такие сидят с таким серьезным видом. Просидели. Кончился этот курс, я его не стал сдавать. А почему я не стал? Ага, этого я не могу сдавать. Нечего сдавать. В следующем году я снова пошел на этот курс. И читал его снова Зинаид Иванович Боревич. Ну, тоже у него было вот однажды, он остановился и 40 минут стоял и думал. Что дальше? Потом сказал, не могу вспомнить, и ушел. Короче говоря, как второгодник, на второй год я это прочитал и сдал. Ну, отлично. То есть это обычное рядовое дело. Все сложное, ну сложное, оно и есть сложное. То есть, если мы понимаем, что мы такое, о, это такая наука, такая. Ну, так если наука, так вы хотите высокую науку, так почему вы думаете, что оно простое? Простая – это палка. Вот палкой можете ковырять сколько хотите, это же тоже будет действие полезное, верно? Ну, хотите лопату возьмите, более полезное будет. Но только не зимой, если вы собираетесь копать озеро, покрытое льдом, то из этого ничего хорошего, кроме того, что вы снега там наберете, не получится. Вот, собственно говоря, заканчивается наука логики методом. А заканчивается она методом не только потому, что она наука логики, а потому что люди не должны вот ограничиться тем, что они вот это прочитали. Это метод. Вы взяли в руки метод, а что вы будете делать, это уже ваше дело. А вот Маркс и Энгельс, поэтому, пользуясь этим и руководствуясь этим методом, создали специальную науку, марксизм, ленинизм. Он стал ленинизмом тогда, когда ему еще некоторые очертания придал Ленин. Особенно своей книгой «Империализм как высшая стадия капитализма» и дальнейшим развитием учения о диктатуре пролетариата. У Ленина учение о диктатуре пролетариата развито гораздо более полно, чем у Маркса и у Энгельса. У Маркса и Энгельса оно, во-первых, появилось не сразу, в коммунистическом манифесте не было.
А Ленин прямо ставил, тот, кто не доходит до диктатуры, тот не коммунист. Очень резко. И вот уже ленинская работа, она привела к тому, что марксизм показал себя. И практика осуществления революции в соответствии с теорией марксизма-ленинизма, в которую осуществлял рабочий класс России, в том числе под руководством коммунистической партии большевиков и во главе с Лениным и Сталиным, она, так сказать, эта практика оказалась плодотворной. И наоборот, когда пришли люди, которые в этом ничего не понимают, ну как вы понимаете, Хрущев какое-нибудь отношение имеет к диалектике, к марксизму? Нет. Никакого. Они вообще, так сказать, им кто-то написал, а они потом зачитывают. Ну, это практика была такая. То есть, вот сейчас мне Туров напишет, а я выйду и буду читать. Читать я могу. Громким голосом буду читать. Или вот Степан Степанович напишет, я буду читать. Степан Степанович, напишите мне следующую лекцию, я сам буду читать. Я вам скажу, какая лекция. Ну вот, товарищи, вот те моменты, которые я считаю необходимым здесь представить и акцентировать, потому что вы изучаете это все сами, во-первых. Во-вторых, в лекциях как раз вот дается указание на то, что здесь вот важно и как к этому подходить. На семинарских занятиях вы когда тренируетесь по существу, потому что, скажем, Кирилл Валерьевич очень, он же тоже, если тут кто-то не специалист по диалектике, я, во-первых, тоже не был, я математик по образованию, кандидатская у меня по политэкономии. А докторской по философии, но я до получения докторской ни разу по философии ни одной лекции не прочитал. Так что я тоже всякие проходил рубежи. А Кирилл Валерьевич кандидат физико-математических наук. Он специалист в области применения математики в других областях. Поэтому он в этом смысле вам, ну, яркий пример. Потому что вот здесь все присутствующие, они тоже, так сказать, ну, не непосредственно за диалектику деньги же не получаете. Не получаете. Ну вот, они профессионалы. А я уже даже получил один гонорар недавно за издание Ленина. Это вообще даже не столько почетно, сколько даже смешно. Но я-то оговорил, что вы еще у меня 20 штук книг дали. Вот, Ленин избранная с комментариями профессора Попова. Поэтому я хочу сказать, что все мы тут в этом смысле одинаковые. Одинаковые в том, что у нас дело это не потому, мы изучаем науку логики, что вот мы философы, или мы какие-то методологи, или методологи. А потому что это высшее достижение человечества. И если спрашивается, зачем вот это все заниматься, вот этой ерундой, дескать, все это изучать, все обдумывать, это сложно, зачем? Ну, вопросы задать, если есть какие-то вопросы, давайте, но немного. Давайте определимся, так, три вопроса и... Александров, бывший президент Академии наук? Что-что? Александров, вы упомнили. Александров, академик, геометр, он математик, а книжка у него... Президент Академии? Нет, он не президент. Александр Данилович. Александр Данилович Александров. Он был ректором нашего университета. Читал 20 пунктов диалектики у Ленина в философских тетрадях Ленина. Вот, прямо в колонном зале. Это сейчас туда не пройдешь. А это было в советское время. Вот в любой вуз можно было прийти на любую лекцию. Только не шуметь. Вот вы зашли. А сейчас как вы зайдете? Вы деньги-то не платили. И будете их бесплатно слушать? А вы что? Нет, сейчас коммерческие организации. Вот Александр Данилович, так сказать, вот на меня он очень большое произвел. Спасибо большое за внимание.